Ну что, всем приветики, начинаем новый влог, начинаем его немножко с болталки. Ходили с Антошкой в магазин, купили кое-какие продукты, я вам сейчас покажу. Еще сегодня я снова рыбу засолила. Засолила рыбу, скумбрию засолила. Покажу вам потом поближе ее. Вот. Вкуснота, я обожаю рыбу, но я туда немножко уксуса добавила. Лука добавила, специи добавила, черный перец и специи добавляю. Вкуснота просто обалденная получается с картошечкой. Антон на улицу побежал. У нас снег выпал, настоящая зима. Все припорошило. И вот мы сейчас ходили в магазин, и я что-то так неудачно упала. Да рука вот эта вот болит. Попробую его, чтобы он мне растер, Антон, на ночь гелем каким-нибудь разогревающим. Вот, сходили, счетчики записали на воду. А вчера мы с ним весь вечер смотрели альбом. У вас есть сохранены фотоальбомы? У нас сохранены. Показывала Антошке, как я маленькая была, как дедушка был маленький. Родителям, кстати, огромный привет. Показывала кое-какие есть у меня фотографии. Как с сестрой мы были маленькие. Ему показывала, как мы там в коляске сидели. Вот, вчера у нас такой был день воспоминаний. Слушайте, как будто туда в прошлое окунаешься, диски дисками, а фотоальбом все равно ничего ведь не заменит. А вы любите пересматривать фотографии? Прям, знаете, от души вчера мы с ним посмотрели, я ей много что рассказывала, а он так внимательно-внимательно меня слушал. Все ему интересно, потому что он уже подрастает, и ему это все интересно. Кешка гуляет у меня, сидел сегодня целый день в клетке, палец мой так и не зажил, как он меня укусил, но уже... Посмотрите, как Кишенька меня укусил. Видите, как до крови кусает. Даже вот опухло там, аж белое все. Просто так в клетку не хотел залетать. Я его ловила в клетку. Уже полегче. Глубоко кусает, больно. Наказан сидел целый день. В тот раз в клетке сидел целый день, был наказан. Зато на следующий день как шелковый. Послушный такой был. Сейчас вот снова гуляет там в игрушку свою. Так что вот, а сейчас я вам покажу продукты, какие мы купили. Ну, такое, знаете, все более-менее натуральные продукты, потому что сама буду готовить. Здесь вот она, посмотрите, скумбрия, видите? Она сама по себе ведь очень жирненькая такая рыбка. С луком я ее, специи, черный перец, обычный черный перец. Соль, уксуса немножко. Не перебавьте уксуса, чтобы кислая она такая не была. Вот, так что вкуснота у нас будет. Она, может, уже и просолилась. Дальше ряженку купила. Шекснинская ряженка. Поселок Шексна. Вкусная должна быть. Давно не брали. Яблоки вот такие взяла фасованные. Голден фасованные. Они по акции были. Взяла, не знаю, какие, не пробовали. Далее. Первый раз взяли. Вообще ни разу не пробовали сладкий чили. Вот этот соус. Взяли зачем? Он здесь к чему? К ребрышкам, к мясу. А мы его взяли, Антон хочет, чтобы я ему дома блин пожарила. Такой блин, как мы в мармеладе кушали, как там жарят. Но это нужно капусту купить и курицу. Дальше вот яйца. Это я вот сегодня как упала. И упала прям на яйца, на эти. Пакет с яйцами. Но хорошо, что одно яйцо только разбилось. Антошка запереживал за меня. Сразу все сумки взял. Ничего мне не дал нести. Мама, иди отдыхай. Все-таки хорошо, что у меня сын, правда? Хоть я и о дочери мечтала. Так, Вологоша, вот такие сырочки. Брала ему 4, он уже один съел, 2 съели без добавок. Вот этот без добавок, очень вкусные сырочки. Хорошие. Дальше конфеты вот такие купила. Наши самые любимые, Баунти. Они были по акции, хорошая акция сейчас в Пятерочке. Вообще, там большая скидка на них мы взяли. Батон Антону на утро. Тоже колбасу ведь теперь не едим. Будет тосты жарить с вареньем. Варенья у нас предостаточно. Так, хлеб. Вот такие конфеты взяли. Мишка. И салапы тоже они были по акции. И картошку взяли. Все, больше ничего не брали. Здесь вот я тут сгущенку отварила. Помните, две банки брала. Две банки я их и отварила. Испечем что-нибудь. Пока Антоша мой на улице, я жарю капусту. Готовлю тесто в хлебопечке. Слышите, наверное? А там у меня жарится капуста. Будет жариться капуста, видите? Вот. Пожарю, пережарю, добавлю кетчуп, который у нас остался, когда мы заказывали гамбургер, картошку фри, добавлю туда немножко.
И буду ждать Антошку, будем выпекать рулетики. Он их очень обожает. Посыплю я их кунжутом, как он любит, все сделаю, как ему нравится. Вот, а вы любите готовить? Я обожаю готовить. Мы, когда были маленькие с сестрой, тоже часто готовили, постоянно готовили. А мы вот выпечкой больше любили заниматься. Уже потом отец говорил, хватит, девчонки, хватит, мы еще то не съели. Так Кеша в комнату полетел, пойду его выпровожу, иначе же там сгрызет мне сумку. Сумку, карандаш и вороше сгрыз, уже второй добрался карандаш и вороше, которые деревянные, не пластмассовые. Пойду-ка я его выпровожу, товарищ. Вы слышите этот звук? Вот такой вот кетчуп я добавлю. Я одну коробочку съела, Антон свой. Вот такой кетчуп, он вкусный очень, кстати. Вот. Добавлю в капусту, сейчас посолю, я тоже сразу ее солю. Лук добавила, морковь. Крышкой сейчас накрою, а то и жарится. Варя наша отгуляла, и пока гуляла, Варюш, и пока гуляла, что-то у нее тут клоками начала шерсть вылезать. Маш, видишь, вон там, посмотри. Вот, не знаю, что такое, уже витамины ей стала давать, Варюш. Витамины ей стала давать. Цветочек наш. Ну, сегодня уже, наверное, последний день уже отгуляла. Хватит уже. Ну что, приготовилось мое тесто, и пока еще тесто готовилось, я сделала вот такую массу. Сырок у меня остался творожный, ванильный, без изюма, который сделаю сырничком немножко. Давай, Антош, сюда. Картошка тушится на тушенке, с тушенкой такая вкусная. Тушенка домашняя, еще родители, помните, присылали в том году, еще мы ее не съели. Вот, а сейчас у меня, я вам покажу, приготовилось ведь тесто. Пышное такое, хорошее в хлебопечке. Вот. Вот такое, посмотрите. Сейчас я его буду нарезать шпателем. И капуста пожарилась. Будем делать рулетики. Покажу, как какие тоненькие. Но мы с вами делали в том году в стриме. Но я думаю, не все помнят. Разрезала я на порционные кусочки вот таким шпателем для теста. Думаю, у каждой хозяйки есть в доме. Вот такая скалка у меня. В Пятерочке, кстати, покупала. Очень классная, удобная. К ней не деревянное тесто прилипает, а к этой не прилипает. Но фишка в чем, чтобы оно не прилипало? В том, что нужно в муку добавлять сюда, вот в тесто добавлять масло растительное. Вот, если вы его туда не добавите, понятно, что она и на эту скалку намотается. В капусту я добавила еще перец черный там. Антон сказал, мама, божественно, самое то, посоли, вообще вкуснота. Будем сейчас катать рулетики. Приготовились рулетики, вот так вот я их формирую, всегда раскатываю. Здесь у меня сырники пожарились, уже готовы, сахарной пудрой я их. А здесь у меня этот кунжут в баночке. Антошка еще, когда маленький был, я вот эти баночки не выбрасывала, пригодились. Вот, а сейчас я вам еще покажу. Взбила яйцо. Взбила я яйцо вот в такой кружечке. Этой кружечки, наверное, больше, чем мне. Помните кружечки из СССР? Такие вот были. Эмалированные. Ей очень много лет. Вот я в ней яйцо взбиваю вот такой кисточкой. И так потом смазываю. Ну, вот такая вот вкуснота у меня получилась. Вот такие вот рулетики. Вот, вкусненькие. Антон у меня их просто обожает. С капустой. Кешенька. Что, Кешеньки на грудке перышки попадали? Или это окрас такой? Отсвечивает, может, купался. А я конфету ем из Калининграда, которую из железной баночки достала. Играй. Играй, Кешка, не бойся меня.
туалет пошла. Варька наша в туалет пошла. А убрать за собой, Варь. А убрать за собой. Она у нас за котами.